контейнеры маленькие. Один контейнер предназначен где-то на 20 квартир. Их вывозят несколько раз в день на специальную укрытую площадку. Она находится за домом. Здесь контейнеры побольше. Их объем 1 кубометр или 50 полных мусорных пакетов. Такое решение предложила управляющая компания. Это удобно и жильцам, и перевозчику. Спецавтомобилям не нужно заезжать в узкие дворы. Система вывоза налажена, а что с санитарией? Они, в принципе, очищаются два раза в неделю самим рабочим. То есть человек, выходя уже, не брезгует поднять чистенькую крышку и обновить. Должно быть мусорных контейнеров на один жилой дом. Эти нормы пока еще не утверждены. Новые правила благоустройства столичная администрация должна принять к 1 ноября. Пока же количество баков определяют управляющие компании. Для себя из расчета, из нашего расчета, который мы делаем, мы используем один контейнер емкостью 1,1 кубометра на два подъезда. Контейнеров на контейнерной площадке несколько запасов. Мы оставляем на один-два контейнера больше. Такая ситуация не во всех чебоксарских дворах. Жильцам и коммунальщикам есть куда стремиться. А свалка начинается с одной обертки. Только от нас с вами зависит, вырастет ли мусорная гора за окном. Это была передача «Комфортный город». До свидания.